Друзья, я вас приветствую. Сегодня стоит отличная погода. Ну и дома готовить неохота. Мы решили приготовить на улице картошку фри. Пойдемте готовить. Друзья, кто не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки, балалайки, пишите комментарии. Это поможет продвижению моего канала. Ну а мы приступаем. И не переключайтесь, далее будет интересно. Все, давайте. Наливаем масло. Пока масло нагревалось, мы подготовили картошку. Один раз я вот так размешаю. Раза два. Все. И будем жарить до готовности. Первая партия готова. Жарим молодой лук. Жарим немножко помидорчиков. Вот что у нас с вами сегодня получилось. Это просто шедеврально. Перчик болгарский, лук молоденький, помидорки, ну и картошка.
всем с перчиком. О, какой. Аж уже разваливается. Это слов нет. Обалдеть, как вкусно. Лук молоденький. Это кайф. А вы пробовали молодой лук пожарить? Он сладкий, его даже можно и без соли есть. Друзья, рекомендую. Готовьте, и вам это очень понравится. Гарантирую. Всем пока-пока.